Ну и по пику CDEC забирают себе Квапу, забирают себе Баунти Хантера. И Клокверк тоже отъезжает для китайского коллектива. Ну и Team Empire, в свою очередь, забрали себе Лишрака. А Резолюшн на этом герое, ой-ой-ой, как отжигает. Бейн тоже в пике Empire. И Рубик тоже в пике команды Empire. Какие же дерганы Рубик и Бейн. Хотя, с чего бы... Чего бы и не подергаться. Сейчас, кстати, через 4 минуты начнется 11 час, по-моему, если не ошибаюсь, моего пребывания в эфире. С 7 по 6... Нет, 12 час. 12 час пребывания в эфире. Не знаю, есть ли такие же долгожители у нас, которые с самого первого матча сегодняшнего игрового дня... сегодняшнего-завтрашнего игрового дня находится. Если находится, вам плотнейшая респектуля летит. Команда CDEC забанила Нагу против Empire. И это неудивительно, потому что на Наге Empire, например, ВП наказали только что. Также Герокоптер Сайленту не достанется. Йоку не поиграет у нас на Шейкере. И Фантом Лансер тоже Сайлента в руках не будет. Со стороны команды Empire в баню уходит Undying, уходит Туск. Брудмазер и Дарксир тоже отлетает. Ну и Визаж в пике команды CDEC Gaming. И не вижу я мейн керри. Ну и следующий бан, по-моему, очевиден от команды Empire. Я думаю, что, скорее всего, это будет Тракса. Она же Дроу Рейнджер. Под Визажа, в принципе, достаточно распространенная комбинация. Благодаря ауре эти фамильяры бьют так, как будто с цепи сорвались. Ну и последний пик на данной стадии от команды Empire. Мидлейн есть, оффлейнера нет. Есть также Рубик, есть Бейн. То есть два саппорта. Ну и нет оффлейнера, нет, в принципе, и мейн-керри. Команда Empire, ждем, посмотрим. Может вообще команде Empire взять, да и забрать себе дроу-рейнджа. Спирит-брейкер для Team Empire. Почему бы Draw Ranger себе не забрать? Теперь, ну, у них уже шансов таких, по-моему, нет. Если и забирать, то чтобы не дать CDEC-ам ее забрать. Но у CDEC будет первый пик, поэтому либо банить, либо забить вообще на нее. Резерв тайм. Антимаг. Антимаг уходит в баню от CDEC Gaming. Последний бан от команды Empire. Не знаю, буду думать, не будут. Ставлю на Draw Ranger, что она должна здесь появиться. Обычно под визажа. Это прям must have вообще герой. Ну и опять же, вакансия main carry открыта. Reserve time. Целую минуту еще думать. Draw Ranger отлетает в бан. Пожалуйста. Не то, чтобы я прям совсем тут читаю игру, но такое не прочитать нельзя было. CDEC Gaming забрать должны еще одного керри. Ну, я думаю, они понимали, что Empire понимают. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Так вот, тут CDEC понимали, что Empire прекрасно понимает, кого тут есть вариант забрать под визажа. И Team Empire... Последний пик от них. Мейн керри пока еще не вижу. Бладсикера в бане нет. Будет ли по данной комбинации вообще он заходить? А в принципе может. Джаггернаут. Вот так вот. Давно забытый Джаггернаут. Не знаю, так ли, как обычно он будет. Или все-таки поменяется немножко его реализация. Момы Саши Яши будут ли появляться или нет. Узнаем. Йоку забирает себе Спирит Брейкер. Always on a Fly будет играть на Бейни или Шрак. Это Резолюшн. Рубик это Алоха Дэнс. И... Сайлент забирает себе Джаггернаута. Со стороны команды CDEC Gaming Шики будет играть... Так, давайте по героям сразу. Шики будет играть
На Рейзере в мидлейне агрессив забирает себе Квапу фармить. Гардер будет играть на Баунти Хантере. XZ, Клокверк и Q забирает себе Визажа. В принципе, достаточно функциональный пик у команды Empire. Есть и дизейблы хорошие, вот по типу Бейна есть, те же станы ауешные от Лешрака, тоже вещь более чем полезная. Ну и, конечно же, дамаги много. По пику мне команда CDEC больше нравится в данном случае. Тут, Empire, потому что у CDEC больше на реализацию пик настроен. Пойдет, не пойдет. В инвизе Гардер уже, ну и прекрасно понимают, что где-то здесь должен кто-то ходить. И понимают, что брали Баунти Хантера не стоять на сложной, например. Баунти Хантер — это просто ходячий вард здесь будет. Возможно, понимали, а возможно и не понимали, кто знает. Ну, скорее всего, в принципе, как еще Баунти Хантера в последнее время реализуют? Никак иначе, только саппорт Баунти Хантера. Резолюшн уже начинает здесь сражение с Клокверком. Квапу видят. Ничего еще не прокачал здесь агрессив. И Резолюшн забирает Баунти руну. И Квапа уходит у нас на сложную. К ней туда перетекает еще и Визаж. Ну и XZ на Визаже. Ой, на Визаже. XZ на Клокверке почему-то топчется на мидлейне. Почему-то. Вообще непонятно почему. Неужели XZ останется здесь против Лежака? Ну, может и такая схема, в принципе, поработать. Ну, это было бы немного странно, конечно. Но, с другой стороны, дот в доте вообще мало что странного. Мало что может удивить, но здесь немножечко XZ подудивил меня. Silent против агрессив IQ. И помогает Silent'у здесь Aloha Dance. На нижнем лайне Resolution будет соло стоять против XZ'а на миде. Клокверк против Лишрака. Ну, здесь Лишрак, по идее, должен просто съесть вообще со всеми железками Клокверка. Ракеты и Коги. Даже батарея Саут нету. Резолюшн, Резолюшн. Дал стан у нас по XZ'у. Молнии от Резолюшна не пошли. Но здесь Шики лоу-хпшный. С Йоку у него нормальный такой файт. Не лоу-хпшный, конечно, а обычный. Ну и набивает по чуть-чуть. Крипов себе разор. 3 на 4 есть уже у него, у Йоку 2 на 0. Лишрак проседает по хп от XZ'а. Что за новая абсолютно дота? Как это возможно? Лишрак получает у нас от Клокверка на мидлейне. Ну и у Шики первый раз, кстати, вижу такой шлем. Золотой утюг имморталовский. Это сундуки или не сундуки, непонятно. Ну и меняет визуально Static Link. Может, даже Eye of the Storm поменяет. Или нет. Не знаю, посмотрим. Static Link точно изменен. Вот такой вот Static Link не особенно, конечно, отличается. Ну, чуть-чуть где-то покрасивее, но прекрасное оно в мелочах, в принципе. Always Wanna Fly. Brains Up прокачал себе, Nightmare прокачал, подошел агрессив ловить, ну, особенно его не поймаешь, здесь есть блин, поэтому уйти сможет в любом случае отсюда. Ну, XZ на мидлейне получает левел, Maxi Rocket Flare, просто чтобы помогать по всем лайнам, всем, как я понимаю, ну и Resolution против XZ'а, ну, странно даже, у Resolution 14 на 1, у XZ'а 11 на 3, никоим образом не загноблен здесь Клокверк, достаточно комфортно себя чувствует. Опять ракеты, постоянные ракеты будут от Клокверка, как я понимаю. Резолюшн надо что-то делать, он должен спасать тиммейтов. Этот Клокверк очень доставучий парень. 15 на 1 есть у Риза. В принципе, XZ'а можно и приговорить, Йоку ждет момента, чтобы ворваться, но для этого должен XZ'а хотя бы немного спуститься. Ну и в центре вард подставили на случай, если Гардер будет где-то рядом, а Гардер на другой линии. Гардер сейчас под центре пробегает, правда, нет здесь другого вижена. Гардера никто заметить не мог.
стоит Exet, тем не менее фармит. Пятый левел получил, третья Rocket Flare. Скоро по 200 уже будут ракетки дамажить, поэтому Exet сможет спамить ими постоянно, каждые 14 секунд. Это нормально так. Но и Resolution все равно фармит. 22 на 5, так, Курьер Рейдиантов умер. Вот он, Гардер, вот он. В Курьере команды Empire лежал Боддл для Резолюшена и тапок для Резолюшена. И стоять ему без батла еще 2 минуты. Хитрый какой баунти. Сам пошел руну забрал. Ну, что поделать. Об этом все, в принципе, знают, как используется Баунти Хантер. Надо было как-то обезопасить себя. Рубик в это время у нас разваливается. Джаггер забирает визажа. И Рубик от команды Empire тоже отъезжает в таверн. Йоку очень сложно было там с Гардером сражаться, еще и с Рейзером, который 105 на секундочку дамаги насосал у нас у Йоку. Йоку на мидлейн, Exet уходит в инвиз. И все, Exet возвращается. Надо фармить, решил Exet. Ну и посмотрите, не тратит ни единой возможности подфармить. Exet молодчага. Тут ему, конечно, не отказать в этом вопросе. По голде команда CDEC выигрывает 1000 у Империи. И по экспириенсу CDEC выигрывает 600. Denied. Крипстат первый у Резолюшена. На втором месте идет Шики. Который должен фармить был на мидлейне, но ушел фармить легкую. Против Йоку. Йоку близко даже не подходит. 6 на 1 у него всего лишь крипстат. И у Шики уже 33 на 24. Шики знает, как управляться с Разором, поэтому это даже было видно по добиванию машинки в последние 5-10 секунд. Йоку, бедняжка, непонятно, подходить к крипам, не подходить к крипам. Будет здесь гардер в спину, не будет, вижена нет, поэтому ситуация нестабильная на сложной линии. Но Алоха Дэнса подрезает здесь Гардер. Возвращает его назад Алоха Дэнс. У Гардера не хватает маны на сюрикен, но за 150 дэмэджа, конечно, не умер Рубик. Ну а по-другому продамажить не имел возможности милишный Баунти Хантер. У Джаггера от Сайлента уже есть Ring of Health в Battle Fury. Скорее всего, будет входить Сайлент. Пробустить, в принципе, на дэмэдж некому Сайлента. Поэтому самостоятельно надо будет разбираться с дамагой. Хотя, может, просто купил себе Ring of Health. Дальше мы увидим Мом и Сашу Яшу. Тоже как вариант. Сон отправили агрессив, а Резолюшн прилетел сюда и очень быстро разобрались с Аквапой. Все по таймингу сделала команда Empire, Квапа не успела даже отблинкнуться, что, в общем-то, заслуживает внимания. Йоку уже 105 дэмэджа подарил Рейзеру, но подходить близко нельзя, конечно. Ну и Резолюшена, Magic Stick, Magic Wand, точнее, появился. Надо просто курьера добрать. Где там этот курьер, который уже один раз отправлялся у нас на тот свет. Батла Резолюшена до сих пор в нем летает. Ну и ботл пополнился, курьер стал побыстрее чуть-чуть. А то с пустым батлом еле-еле, конечно, это приспособление передвигается. Статик Линк в приоритете, как я понимаю, для Разора. В 3 прокачан он. Плазма Филд тоже в 3. Ну и пассивка в 1. И Eye of the Storm тоже в 1. Это и неудивительно, 8 левел. Как там Клокверк? Промакшен или ракеты? Нет, Rocket Flare еще не промакшен, но просто потому что левела Экзаду не хватает. Сейчас будет 7 и все поймем. Ловят агрессив, а агрессив успевает убежать. Юку уже поднимал руку, мог, в принципе, и баш пройти, но не удалось ударить. В итоге у нас Квапу. Так, врыв у нас пошел на Резолюшена. Резолюшен с пульс новой.
горит Резолюшн, его, скорее всего, здесь заберут. Резолюшн отправляется в таверну, счет становится 2-2. Папа забирает этот фраг, и команда CDX здесь по голде заработала 409, по экспириенсу 540. Ну и видите, по экспе CDX на 600 опережают империю, по золоту CDX опережают империю на 1300. Рубик Алоха Дэнс в лесу на отводах. Просто так ему не дается совершенно вся эта история. Ну и... команда Empire где-то недофармливает. И это уже заметно. У Джаггера уже готов Ring of Aquila. Есть ботл, есть фейсбуцы. И вообще у Джаггера 54 на 19 крипстат. Достаточно неплохой. Почти первое место. Первое место все-таки у Шики. Ему Джаггер только от Сайлента уступает. У Шики... 57. Ну вот, собственно, и Джаггер у нас выбрался в топ, и в топ Лежрак тоже от Резолюшена выбирается. Это не отводы, как я понимаю. Баунти Хантер в это время запилил Бэйна. Пошел дальше по лесу гулять, Гардер. Вдруг кто-то еще здесь где-то рядом есть. Тысяча по золоту, CDX по экспириенсу 500 для них. Йоку как там по фарму? Шестой левел есть у него, 11 на 2 крипстат. Денег, конечно, маловато у Йоку. Но при этом есть левел. Если кто-то сместился, например, тот же Резолюшн, то можно было бы попробовать и забрать. Ну и Джаггер у нас раскручивается, забирает Баунти Хантера. Сайлент никому не дает ни крипов, да и героев отсюда не отпускает. Через телекинез все очень быстро сделано было. В итоге заработали 380 голды игроки команды Empire. И по экспириенсу тоже. Немного, конечно, но все равно лучше, чем ничего. Сайлент видит XZ, у него есть умный слэш, а у этого парня есть хукшот, он обязательно куда-то ворвется. Ну и восьмой левел у XZ, а Rocket Flare пока что не промакшен, может натрет на тройке и остановится XZ. В принципе, здесь от тройки до четверки ГД уменьшается и растет дэмэдж, больше ничего. Стоил этот скилл 50 маны, так и будет стоить. Фамильяры прилетели по голове прям Бэйну. Испугался он. Йоху надо бежать лучше отсюда, потому что могут и окружить его. Нет, спиритбрейкера не тронули, он сам спокойненько прошел себе. На мидлейне располагается Йоху, если вдруг куда-то надо будет бежать. Ну, заодно и пофармит здесь. Так, хукшот у нас от Клока не точный. Промазывает он по Йоку. Йоку, в принципе, остается жив, все нормально. Вот Квапа ждет момента врыва. Агрессив уже здесь. Кто-то должен хотя бы один подлететь. Например, тот же Визаж, чтобы плевок сделать. Разогнался. Разогнался у нас спиритбрейкер сразу же на подцепе Квапа. Он пошел у нас в Шики, ульта от агрессива. Ну и Шики... Нет, Шики не умирает, Шики откилился. Здесь команда Empire в очень неприятном положении. Крутится Джаггер, готов попатиться. Приходит сюда Лешрак. Ну, КПшный Йоку в таверну. Сайлент тоже, скорее всего, в таверну. 4 в 0 пока что файт. И где Папа? Папа сзади бегает. Неужели отвалится еще и Резолюшн? Так и есть. 5 в 0 дерется команда CDX. На счета 3-8 превращает в... со счета 3-3, точнее, превращает счет в 3-8. 2 стоп по голде, 3 по экспириенсу. На ровном месте зарабатывают. Да что ж за жестяк-то такой, а под утро?
более 3000 CD-ок по золоту, и по экспириенсу 2,5 тоже для них. Йоку бежит драться. Зачем? Кому это нужно? Уже подрались один раз, сейчас более-менее сейвоба, мне кажется, надо сыграть команде Empire. Резолюшн понял, что ну его нафиг эти масс-файты, я пойду лучше пофармлю. XZ в это время 8 левела. У XZ Rocket Flare по-прежнему в 3, потому что левел он так и не получил, ничего не прокачивал. Ну и посмотрим, что XZ будет себе собирать. В общем-то, нуждается он в нормальном количестве хп, да и в нормальном дефе. Always on a fly он получает от Шики. Ну и Fly в итоге здесь умирает. Лево пошел еще и от Визажа. Q будут ловить. Нет, желания немного ловить, когда, например, у Рубика 180 хп, да и тот же Йоку на половине хп. Сильно не подерешься с такими показателями. Ну, теряют тауэры, в итоге Empire на своем топ-лейне. Ну, странная ситуация. 3,5 по голде CD-ок, по экспириенсу 2700 тоже они. Дальше продолжается хуже команды CD-ок. За Silent уже сразу два героя вылетело. Есть у Silent, если что, Blade Fury. Можно попробовать отсюда улететь. Он не знает, что взял на Silent. Просто степ-аут надо делать Silent'у. Не успевает, скорее всего, он. Йоку врывается в файт. В итоге забрали Визажа, забрал его Алоха Дэнса и Silent. На очень сильном лоу хп, но Silent отсюда уходит. Silent остается в итоге в живых. Гардер, лоу хп, Шики, нормально, все, XZ половина хп, ну и сейчас урной отхилится. 4-9 становится счет, Empire 610 голды за Визажа заработал. Появляется клеймор уже у Сайлента на 16-й минуте. Ну и до 20-й, по идее. Должен быть Battle Fury. Всего ничего. 1070 остается приобрести Сайленту до приобретения Battle Fury. Тогда уже и фарм пойдет более-менее нормальный. Зная Сайлента, он может потом еще и Мидас приобрести. Почему Мидас сразу не приобрести тогда? В таком случае у меня вопрос. Radiant's bottom tower has fallen. Команда Empire выходит на Т1 по топу. Деньги-то здесь законсервированы, надо их просто вскрыть и забрать. У Йоку уже 1500 на руках, он приобретает себе рецепт на Мидас, все, у него готов данный артефакт, деньги должны теперь более-менее зарабатываться Йоку. У Джаггера 520 по трекам Silent, его видят, и он знает это прекрасно. И стрелочка на ним показывает, где Silent находится. Зет уже готов захукшотить, попадает в итоге по Сайленту. Разгон пошел у нас по Экзеду от Йоку. Где Йоку долговато, как-то Йоку бежит. Рубика у нас разваливают. Омни слэш от Джаггера проюзан. Минус хвапа от команды Empire. Резолюшн лоу хпшный пытается отсюда уйти. Сайлент уже дерется, Сайлент в таверну, счет становится... 6-13. В итоге трипл килл у нас здесь от Гардера. Как это вообще было возможно? Йоку как прибежал, так и убежал отсюда. Неужели ЦДК здесь накажут Империю? Это даже как-то немножечко странненько все выглядит. $1700. 300 экспириенса. Много, очень много.
Ну и самое странное, что Empire отдают это большое количество денег, экспы. Radiant's bottom tower is under attack. Продолжение у нас. Вот XZ еще и Бейна развалил. 6-14 уже счет. Ну так потихоньку, понемножку, но CDEC наращивает преимущество. Это неприятно должно быть для Empire. Ну, 6000 золота на 19 минуте и 3000 экспириенса. Откуда тут приятности вообще? У Лешака есть Йул. Попробовать по таймингу надо. Попадает по таймингу по агрессиву. Поднимают у нас еще и агрессив. И агрессив выталкивает. Агрессив выживает в итоге 150 хп. Разворот. И дальше за резолюшн. Кстати, клинк на резолюшна сразу же спадает. У резолюшна все в порядке. Ну и наваливает ему Eye of the Storm. И резолюшн отъезжает в таверну. 15-6. Империя, империя. Что же не так-то, а? Ну, CDEC, вот они, аутсайдеры данного противостояния двух команд. Давайте смотреть, что они там себе понакупали, чего они такие злые и дерзкие. Queen of Pain есть point booster, остается всего лишь 400 голды до Аганима. У Шики есть мека, есть БКБ новый и Race Band, 1000 голды на руках. Bounty Hunter, Force Staff, Magic Wand, Arcane Boots, Clockwork, Point Booster. И остается еще 700 копеек до появления Аганима. Визаж без Аганима, да и вообще без ничего. С фамильярами зато. Ну, Роха отвалился для дайров. Аэгу забирает у нас Queen of Pain. Агрессив это, в принципе, номинальный мейн-керри команды CDEC. Ну, в данном случае он отправлен был на триплу вниз, чем на триплу на сложный лайн. Пытаются забрать здесь клоха. Удается сделать через финсгрейп. Разралась квапа. И умирает Рубик. Причем умирает под треком. Нормальное количество дамаги. Уже 2 в 2 файт. Йоку старается отсюда уйти. Йоку отсюда не уходит. Йоку здесь и остается. Даблкил от визажа. Левкити доставучий. Это, конечно, неприятность огромнейшая. 18 становится счет. 3 в 2 размен. 1100 по голде поднимает CDEC. 836 империя. И на 500 экспириенса больше тоже CDEC в этом файте вывезли. По золоту CDEC уже к 7 приближается. По экспириенсу больше 3. Пора уже трубить тревогу, потому что чем хорошим это не закончится для команды Empire. Ну и вот он уже 11,5 часов в эфире. Поздравьте меня, самый долгий эфир за всю историю студии Игрокам ТВ. Команда CDEC выходит на нижний лайн. Мешать некому просто. Даже если бы хотела команда Empire, то мешать попросту некому.
все находятся кто где. Вот здесь еще и по топ-лейну Silent начинает подпушивать. Есть у него Battle Fury, есть у него Yasha. Он обгоняет даже Razer'а по фарму, при том, что команда CDEC так сильно выигрывает. Слышу крики Квапы, значит, где-то кто-то с кем-то дерется. И, по-моему, Аганим у Квапы уже есть. Да, есть Аганим у Queen of Pain, агрессив. Времени зря не терял. Разгон от Йоку вниз, чтобы помочь Луису на флаю. Линия уже вплоть до хайграунда спущена. Прошлую игру команда Empire за 30 минут отдала CDEC'ам. Надеюсь, здесь ситуация не повторится. Radiant's middle tower is under attack. Алоха Дэнс стал в кустиках на случай, если на Сайлента будет выход. Все, возвращается Рубик. Не все так просто. Заманить команду CDEC на себя. Зачем, в принципе, им заманивать их на себя, если они заняты делом? Они в это время Т2 забрали. Ну и команда Empire на топ-лейне. Silent в соло решил побить здесь Тауэр. Рецепт на мотостайл купил. И Ultimate Orb тоже для Silent'а готов. Silent добил Тауэр сразу же ТП-аут. Минус 84 по дамаге. Мантастайл есть у Сайлента, есть также Battle Fury. Я думаю, что Башер это следующий этап для мейн керри команды Empire. Даже 8 по золоту выигрывает команда CDEC. И по экспириенсу CDEC выигрывают 3000. Как-то многовато, конечно, чтобы быть правдой. А где Йок? Куда ты улетучился? Что же с этой дотой? Почему она так лагает сильно? Так, Резолюшн ловит у нас агрессив, а агрессив вас сжигают. Ну и Резолюшн забирает этот фраг. 5-3 у Квапы, поэтому она не дешево стоила. У Лешака 2-5. То есть хуже с точностью наоборот. Ну и забивают себе просто палками, камнями. Джаггернаута у нас на эншентах команда Empire. Лоха Дэнс 1200 в это время. У него есть Scream of Pain, но он ходит просто орет на крипов. Вот он еще на Sonic Wave не попал. Аганим уже готов у XZ, 26 минута есть Аганим, есть Turn of Shadows, есть Boots of Speed, 12 секунд КД Аганима. Не Аганима, точнее, а ульты XZ. Хукшот можно использовать каждые 12 секунд. Очень так быстровато XZ себя проявил, XZ поднимают, ну и Резолюшн просто сжигает его. Пульс новой, агрессив тут как тут, а Лоха Дэнса привязали и убили. Ну и за хвостом погоня. Дальше прыгает на него Queen of Pain. Еще один Shadow Strike залетел в спину хвосту, чтоб бегал не так быстро. И Сплитуэс пошел у нас по агрессиву. Агрессива можно попробовать и забрать. Хотя как бы Spirit Breaker сам здесь не огреб. Ну и Брейнсап просто не успевает дать Always on a Fly. Брейнсап третьего левела. Нет, четвертого левела Брейнсап. Мог бы здесь развалить команду CDEC. Здесь сколько? 250 всего лишь хп у Квапы. А у Бэйна... Ну, 300. Мог бы и забрать, конечно. Ну и на Сайлента вышли. Сайлент на эншентах вроде у нас по-тихому стоял, никого не трогал.
вышли на него и выгнали Сэншентов. Сами теперь, да, забирают, как я понимаю? Может и такое быть. Хукшот от XZ. Очень даже серьезный хукшот. Это было видно. Ну и Silent пытается выжить, не удается. В итоге его Хилингвард может хилить только свою команду. И то не факт. Где все остальные? Алоха Дэнс погибает. Погибает, скорее всего, еще и Резолюшн. Резолюшн просто дынается. Бладстоун у него был. Команда Empire потеряла, в принципе, все внешние товара. Единственный, кто остался, это на втором. Второй товар, точнее, на топ-линии. Dire's top tower is under attack. В это время Йоку в привычной для себя манере пошел себе бить тауэр в соло с фоткой типа я Бруда. Ну а в это время команда CDEC уже подходит к мидлейн. Тамильяры уже сели здесь, уже тауэр почти разбит. Ну и смещаются CDEC'и на... И хукшот просто точно в спирит брейкера. Элементарно. Только его XZ увидел, сразу же проюзан был хукшот. Но это жесть, какой крутой мув на самом деле. По ходу движения ракеты, видимо, уже был прожат хукшот. И Клок просто полетел догонять ракету. Мне показалось изначально, что промазал Клок. А потом смотрю, он в кого-то притягивается. Думаю, ну не будут же там крипы тусить в лесу. В елках куда забраться не по воздуху вообще невозможно. Ну и 31 минута уже сыграно. 14 тысяч золота CDEC. И по экспириенсу 8 тоже для китайского коллектива. Как они это делают, непонятно вообще. Ну, Йоку на самом деле от ракетки ни холодно, ни жарко, но... Остальные-то посложнее. Это у Йоку 1600 хп, у Рубика 980, у Джаггера 1500. Еще нормально. 940 для Бэйна и для Лишака 1450 с Бладстоуном. Ну и 32 минуты уже почти закончилось. Команда Empire вроде как зависла на отметке 14 тысяч. Не догоняют, ну и не отстают. Хотя бы это уже неплохо. Клок уже готов, уже на позиции. Хукшот у него есть. 12 секунд КД. Тут этих хукшотов разбросать можно миллион будет. Лотус Орб висит у нас на квапе. Откуда? Этим занимается Гардер. Купил Лотус Орб для Queen of Pain. Да и не только для нее, вообще для всех. Шики еще и при этом с Аэго. Его и так нелегко убивать. А здесь еще с Аэго, и вообще прекрасно. Все будет. Рубик забирает трек у нас. Гардера. Это, в принципе, неплохо. Теперь Алоха Дэнс поинтереснее будет. Слетает в ветрах Кью. Пока еще живет. Резолюшн пытается сжечь всех, кто вокруг. Ну и просто офигительный ульт от Сайлента. Шикарнейший ульт от Квапы. И это минус 4 для команды Empire. И пятый игрок команды CDEC тоже отправится в таверну. Как я понимаю... Отдайте Сайленту. Рэмпейдж от Сайлента с добрым утром. 6:35. Сайлент подразбудил слегка. Наконец-то, а.
15-28 счет. По голде Silent тут поднял себе лично 3-265, команде своей 5-780. Ну и 8-100 по экспириенсу. Ну и Silent тут миллион левелов тоже должен, по идее, поднять. У Джаггера 4200 на руках сразу же. Есть Мантастайл, есть Battle Fury. 5-0 драка, даже 6-0 драка. Ну это уже, этого ждать надо было, видимо, да? 35 минут. Ну, может, и надо было. Огонь появляется у Визажа. Ну и байбек. Ой, байбек. Камбэк здесь с 15 с лишним до 8 от команды Empire. Молочаги. Рэмпэдж — это круто. Первый рэмпэдж, в принципе, на стриме. Йоку приобретает себе БКБ наконец-то. До этого без БКБшки, конечно, кайтили и разбивали лицо Йоку. И было очень даже сложно. Теперь ситуация немного поменялась. Жду дамаги от Джаггера. У Сайлента есть два ультимейта арба. Да все, в принципе, у Сайлента есть. Или нет, не все. Это не его поинтбустер. У Сайлента нету Микки. Не Микки, а... У Сайлента еще нет Eye of Skadi. Ну, близко к этому находится у нас Джаггер. Сейчас через 100 копеек, в принципе, все будет. Ну, пошел Пурманшилд продавать, чтобы вложить в себя Скади. Все, Скади готова для Джаггера. У Джаггера нормальное количество ХП. Можно идти и драться под Момом, под Мантастайлом. Благодаря Eye of Skadi все, в принципе, необходимое имеется. Ну, Silent уже почти 20-й левел. Silent, если Сало не поймает, будет нормально. Сайлента просто разбирают здесь. Просто разваливают Сайлента в когах. Не дают выйти. Надо было юзать Омни Слэш, и думать было нефиг, в принципе. То ли растерялся Сайлент, то ли пес его знает, что случилось. Но Сайлента потеряли игроки команды CDEC, байбек от Бэйна. Надо хотя бы затянуть время. Silent топ нетворс на карте. Он дорого стоил команде Empire. 200 заработали на нем на Бэйне. Действительно очень много. И 3300 по экспириенсу. Ну и команда... команда CDEC, я думаю, заберет одну линию. Они для этого сюда и пришли. Мидлейн сам по себе уже рассыпется. Ну и ульта пошла у нас от... Квапы. Понятно, в принципе, куда это ульта от Квапы. А нет, это Sonic Wave все-таки было от Рубика. Я смотрю, задувает и задувает Алоха Дэнс. Что здесь задувало, я думаю, кто же там задул Sonic Wave, если ничего не было ни у кого, никаких Квап. Это, оказывается, Рубик, он шарящий. Рубик с Scream of Pain еще и забрал. Немножко поорать здесь в процессе файта. Лоу-хпшный Бэйн, Бэйн в таверну. Шики. Тоже под лоу хп, ну и Йоку будет ли бежать за ним, бежит дальше за гардер. Посмотреть просто, что будет происходить, ну и Йоку опять на лоу хп, Йоку умирает. Сайлент пришел у нас уже в файт, начинает по Икзеду наваливать, у Сайлента в принципе все хорошо, Сайлент в коке застреет у нас, ну и пошел наваливать по Кью. Кью в таверну, и в таверну Разор по-хорошему отправился бы. Гардер за ним, ТП-аут Разора и ТП-аут, наверное, сделает и Гардер. Да, Баунти Хантер улетает. По золоту на этот момент 1070 выигрывает команда Empire, и по экспириенсу 3150 тоже для Империи. Ну, из 15 тысяч до 6 отыграли, а потом с 6 скатились до 11 Empire. Но здесь по экспириенсу вы видите с 7500, где-то даже с 8 до 3000 преимущества. И теперь в ноль команда Empire. Gold is a great conductor.
Resolution, Bloodstone есть, Yul есть, Plate Mail, скорее всего, под Шиву. Очень скоро будет Mystic Staff для Resolution. Ну, а рецепт там недорогой совершенно. Я думаю, что Lotus Orb, конечно, команде Empire совсем не помешал бы треки эти сбрасывать. Ну и 40 минут уже сыграно. Команды не сказать, чтобы равно шли. Вы видите преимущество за 10 по золоту и чуть-чуть в пользу команды Empire по экспириенсу. Но по золоту у CDEC ситуация намного радужнее. Намного. Более 10 тысяч. Че переживать вообще? Если оставить Empire фармить, конечно, можно и попереживать. Пошел разгон от Йоку. На крипа. Я уже думал, кого-то здесь нашли игроки команды Empire. Не тут-то было. Фамильяр побежал, чекнуть Роху. Роха будет через, я не знаю, несколько секунд на самом деле. Появляется Рошан. Странно, конечно, от Алоха Дэн слышать крики квапы. Ну, и то неплохо. 10 тысяч по голде, цедеки и по экспириенсу 0. Empire одним файтом тут чуть ли не перевернули игру. Если бы еще бы один такой, или даже парочку, было вообще бы идеально. Опять же, артефактами дозакупились игроки команды Empire. После последнего файта можно и пойти подраться. Под смоками здесь CDEC во вражеском лесу. Сверху вниз смотрит команда CDEC, врывается в Silent. Врывается в Silent у нас Клок. Ну и ульта пошла от Silent. Минус 2 уже делает команда CDEC. И улетает еще и на... На кого? Не очень понял, на кого там вылетел Клокер. Но сам факт, что команда CDEC забирает четверых героев команды Empire. 3300 по золоту, 7200 по экспириенсу. Неплохо так подрались для китайской команды. 42 минуты сыграно. И вроде как поувереннее стали выглядеть CDEC. У мидлейн Клока 22 ассиста. Флай оставили как самого крепкого тут дефать тавер. Врыв у нас пошел на мидлейн. Видит Йоку, Йоку БКБ. И просто тэп аут. Ну, Экзет, конечно, со своими хукшотами и с тем количеством ассистов, которые он уже сделал, просто впечатляет. Будет ли врыв? Ну, здесь наги, конечно, не хватает. Просто ужасно скоро. Шики с аганимом, товара поэтому падают. Не товара, даже, а бараки. Эги нету разора, может попробовать было бы и избить его. У нас тут Клокерка. Не самый удачный Клок, кстати, теряет Аэгу. Ульта пошла вот агрессива. Все горят в составе команды Empire. Тут Разор, кстати, догорает. Разора могут и забрать. Разор сам кого хочешь заберет.
Команда Empire теряет еще и Сайлента. Сайлент сразу же байбек. Он готов сражаться дальше. Хукшот от Клокерка. Точнее, в Клокерка. Ну и забирают у нас Клока. Минус 4 делает команда CDEC. И просто под фонтаном будут добивать Сайлент. Если получится, а получилось. Просто получилось под фонтаном. Убивают его Шики, правда, умирает. Разор убит командой Radiant. Но, в принципе, это тимвайп. Причем тотальный тимвайп от команды CDEC. Empire проигрывают вторую игру. В итоге они сливают этот матч. Ну, не сливают, а проигрывают этот матч команде CDEC со счетом 0-2. Ну, вообще непредсказуемо и неожиданно. На самом деле, я думал, что дела будут немного иначе. Ну, в итоге Empire... ноль поинтов в этом противостоянии зарабатывают. Виртусов им не догнать. Ну как так-то, а? Виртусов разорвать и проиграть CDEC. Возможно ли это? Ну, как видите. Еще и к 7 часам утра это прям вообще... это они прям, не знаю. Да, знаю. Я все, понятное дело, что это все игра, все нервы, усталость получится.